тем случаем, знаете, деньги Калкина-Вилфа. Это конструкция, которая стала известна, как ни странно, только в начале 21 века. Вообще, найти в элементарной математике конструкции, которые бы не были известны там, древним грекам, или не были бы известны хотя бы 100 лет назад, очень трудно. Я рассказываю это как яркий пример того, бери книжку. Это не могло быть в этой книжке, потому что она была написана до того, как это придумали. Понимаешь? То есть любую вещь кто-то когда-то придумал. Так вот, дерево Калкина-Вилфа – это следующая замечательная математическая конструкция. Сверху пишем число 1 первая. Дальше от нее пойдут тройки. Одна вниз налево, другая вниз направо. Принцип образования такой. Если есть тройка А разделить на Б, то с одной стороны будет А разделить на А плюс Б, а с другой стороны А плюс Б деленное на B. Я сейчас постараюсь несколько этажей дерева Калкина-Вилфа вам нарисовать. Здесь две первые. Дальше смотрите. 1/3. Что здесь будет? 3/2, правильно? Да. Да. Смотрим здесь, что будет. 2/3. Диктуйте. Что? 3/3. Смотрите, пожалуйста, вот этот числитель остается здесь, а вот этот знаменатель остается здесь. И вписывается их сумма. В одном случае в качестве знаменателя, в другом случае в качестве числителя. Так, переходим на следующий этаж. Переходим на следующий этаж. Одна четвертая. Молодец. Девочка. Неправда. Четыре вторых. Неверно. 5/4. Ну что? Надо сюда вместо А подставить единицу, вместо Б тройку. Соображайте. 1/3. Неверно. 1/3 это была. Сумма чисел 1/3. 4/3. Молодцы. Так, диктуйте дальше. 3/5. Дальше. 5/2. Дальше. 2/3. Молодец. 5/3. Хорошо. 3/4. 3/4. 4. 4? Верно. Да. Я думаю, что мы еще 2 этажа успеем. Дайте мне расчертить. Так, ребят, огромная просьба себе в тетради. Я понимаю, что у вас получится менее красиво, но тем не менее сделайте. 1/5. Дальше. 5/4. 5/4. Молодец. 4/7. Да, 4/7. Семь каких? Неверно. 7/5. Хорошо. 7/2. 7/2. Диктуйте. 7/5. Неверно. Смотрите, что происходит здесь с этим числом. 1/6. Неверно. 1/6. Здесь у нас стоит дробь 2/5. 2/6. 2/7. 2/7.
Дальше. 7/5. 7/5 это правильно. 5/8. 5/8 тоже правильно. 8/3. 8/3. Дальше. 3/7. 3/7 тоже хорошо. Сколько? 7/4. 7/4. Молодцы. 4/5. 4/5. 5/1. 5/1. Я обещал еще один этаж. Но последний. Дальше уже видно, что рассказ заканчивается. Я дальше уже не смогу. Так, пожалуйста, быстро диктуйте. 1/6. 1/6. 6/5. 6/5. Дальше. Давайте. 5/9. 5/9. Совершенно верно. 9/4. Так, 9/4. 4/11. 4/11. Дальше. 11/7. Дальше что? 7/10. 7/10. Вы абсолютно правы. Дальше. 10/3. 10/3. Дальше. 3/11. 3/11. Ребят, быстрее. 11/8. 11/8. 8/13. 8/13. 13/5. 13/5. 5/12. Что? 5/12. 5/12. Совершенно верно. 12/2. 12/7. 7/9. Да, 7/9. 9 дроби, которые вошли в это дерево. Надеюсь, уже все понимают, что оно бесконечное. Можно было бы нарисовать следующий этаж, если бы здесь доска еще была. Можно было следующий, следующий. Так вот, дроби, которые у нас с вами есть, я перепишу в виде одной длинной, предлинной цепочки. Одна первая. Это я верхнюю строчку написал. Так, поскольку невозможно мне все время ходить, сейчас вам придется диктовать. Дальше. Одна вторая и две первые. То есть сейчас. Одна вторая. Две первых. Одна первая. Две первых. Три вторых. Три вторых. Две первых. Дальше, следующий.
Это все заметили? Да, да. Это так везде. То есть семерка, семерка, четверка, четверка, пятерка, пятерка. Все время знаменатель каждой очередной дроби равен числителю следующей за ним. Вот интересный вопрос. Почему? Почему, например, вот эта вот пятерочка, это то же самое, что эта пятерочка? Ответ. По правилу образования дерева колдуна, эти, вот эта пятерка равна этой, а эта равна этой. И тоже по правилу образования дерева колдуна, эти цифры равны. То есть посмотрите, как здесь устроена жизнь. А плюс Б это то же самое, что вот это А. Согласны? Согласны. А дальше мы говорим очень простую вещь. Если у нас дальше пойдут дроби, то вот здесь вот будет дроби. Опять, как сказать, здесь будет дроби со знаменателем А плюс Б. По той простой причине, что всегда при движении, что называется, по склону, посмотрите, здесь у всех дробей знаменатель 1. Вот здесь вот у всех дробей знаменатель 3. Здесь у всех знаменатель 5. Ну и так далее. Когда движешься от дроби все время вниз и вправо, то знаменатель не меняется. Потому что здесь у нас все время B. И наоборот, если пойдешь здесь по склону, нет, а здесь числитель, да. Здесь числитель будет А плюс Б. И сколько, что-то такое, да? Сколько так шагов не сделать, всегда так и будет. Поэтому одно свойство дерева Калкин-Вилфа мы с вами уже выучили. Ну, прямо скажем, не самое интересное, не самое главное. А еще. Господа, помните тему прошлого нашего занятия? Двоичная система исчисления. Наверное, вам кажется, что я в лучших традициях малого мехмата просто разные занятия совсем отдельные темы. Хотя у нас и так бывает, вполне разумно, что так должно быть, но сегодня не так. Мне очень нужна именно сегодня двоичная система исчисления. Господа, я сейчас временно прекращаю разговор о дереве Калкин-Вилфа. Специально, чтобы вы видели, что разговор все совсем новый. Достаю доску. Замечательная красавица. Аудитория, ребята, признайте, вот все-таки вот уж аудиторию нам дали действительно замечательно. Действительно, очень хорошая. Так вот, мы сейчас займемся задачей, которая была впервые решена в 1858 году немецким математиком. Потом, примерно 150 лет, чуть меньше, пришлось ждать до того момента, как эту самую задачу ребят для вот этого замечательного дерева. Вначале, повторяю, на рубеже 20 и 21 века придумали вот эту вот конструкцию. Так вот, господа, смотрите, я сейчас поставлю комбинаторную задачу. Мы ее с вами, ну, сначала в конкретных примерах, потом в общем виде решим. И у нас неожиданным образом окажется, что эта комбинаторная задача, которая очень тесно связана с двоичной системой исчисления, оказывается, имеет отношение к этому дереву. Итак, формулировка задачи. Сколькими способами
Сколькими способами можно данное число n представить в виде суммы степеней двойки? Внимание! Никакая из которых не повторяется более чем дважды. Так, очень важная вещь. Порядок слагаемых не имеет значения. Так, я сразу скажу, что такое степень двойки. Степень двойки – это числа 1, 2, 4, 8, 16, 32 и так далее. То есть, если что? Что вы хотите? Я знаю, что такое степень. Так я это писал уже. Нормально. Значит, ребята, сейчас будем делать следующее. Я расчерчу таблицу. Длинный. Мы на этой доске будем проводить вычисления и в таблицу писать ответы. Поехали. Так, вот я забыл. Значит, здесь будет число n. А здесь давайте обозначим f от n. F от n, я повторяю, количество способов представить данное число n в виде суммы этих самых степеней двойки. Так, в тетради, пожалуйста, расчертите подальше, но не обязательно так далеко, как я. То есть, я не знаю, ну, полутора десятков, наверное, вам хватит, а я расчерчу насколько позволяет включение доска. Так, надо будет еще раз чертить. Значит, сейчас я, ну, во-первых, единица – это единица, и по-другому не ставшая. Это один единственный способ. Ноль – там даже еще проще. Там вообще никаких слагаемых не надо, просто потому что, ну, вот, ну, не надо никаких слагаемых, чтобы набрать ноль. Ничего не делать в математике можно единственным способом, поэтому здесь вариант тоже один. Замечательно. А вот двойка уже имеет два разных разложения. 1 плюс 1 или 2. Таким образом, здесь два варианта. Значит, ребята, я в разных местах доски напишу число. Пожалуйста, выходите и предлагайте свои способы разложить в виде суммы степеней двойки. Если хотя бы одно из этих чисел вы умеете, пожалуйста, выходите и пишите. Ну что, никто ничего не знает? Какое число ты знаешь? Число 7. Пиши 7 равно. Старайся, там я написал. Да. У тебя хватит просто. Рядом с семеркой. 7 равно. Да. Чему? Выходите. Так. 4 плюс 2 плюс 1. Совершенно верно.
– это не степень плотности. 1 плюс 1 плюс 1 – тоже ерунда. Потому что вы должны использовать не более одного раза. Нельзя использовать слагаемое больше одного, двух раз. Вот 1 плюс 2 – это можно. Число 3 не является степенью двойки. Если я сказал это другому человеку, почему вы не слышите? Пожалуйста, садитесь. Надо не просто руку тянуть, а во время урока следить это вопросом. Давайте проверим. 1 плюс 2 – понятно. Так, 2, 1, 1 – все. Здесь полная ерунда, здесь назад написано. 7 – это 4, 2 и 1. Так, да, 2, 2, 1 – это правильно. Ребята, проблема в том, что вы нашли не все варианты. То есть, смотрите, для числа 4 вы нашли 2 варианта. 4 или 2, 1, 1. Это молодцы. Поэтому давайте я сразу для четверки напишу ответ. Значит, для числа 4 есть 2 варианта. Либо это 4, а нет, не 2. Я еще не знаю. Конечно. Конечно, чуть не обманул. Чуть не обманул. 2 плюс 2. Здесь всего 3 варианта. Так, для пятерки. 2, 2, 1 – это правильно, но есть еще. Говори. 4 плюс 1. 4 плюс 1. Пятерка – это еще и 4 плюс 1. Поэтому здесь 2 варианта. Так, тройка. Есть какой-то вариант? 2 варианта. 1 плюс 2. 2 варианта. Еще какой вариант? Нет. 1 плюс 2, а еще? 2 плюс 1. Ну, это то же самое. Мы договорились, что порядок слагается. 2 плюс 1. 1. Значит, для тройки один вариант. Согласны? Да. Да. Отлично. Для шестерки. Говори. 4 плюс 2. 4 плюс 2. 5 плюс 1. Опять не вариант. Так, еще вариант какой? 5 плюс 1. 5. 2 плюс 2 плюс 2 нельзя, потому что нельзя использовать. Смотри. 3 плюс 3 нельзя, потому что 3 это не степень двойки. Слагаемые разрешены только из этого списка. 4 плюс 1 плюс 1. 4 плюс 2 плюс 1 плюс 1. Итак, 4, 1, 1. Так, что вы предлагаете? 2 плюс 2 плюс 1 плюс 1. 2, 2, 1, 1. Не слышу вас. Есть еще варианты или нет? Нет. Значит, итак, 4, 1, 1, 4, 2, 2, 2, 1, 1. Ну что, три варианта. Три варианта. Для числа 7, один вариант. Сейчас надо понять следующее. Товарищи, у нас еще будет продолжаться долго. Я пишу числа, а вы под каждым из них пишете способ. Так, давайте несколько минут, чтобы все участвовали в работе. Нет, выйти пока нельзя. Надо в тетради написать для каждого из этих случаев. Пишем, просто представляем в виде суммы. А также,
Давайте так, написали, подчеркнули. Да. 4 плюс 4, молодец. Значит, предложение такое. Просто написал, подчеркнул. Написал, подчеркнул. 4 дальше. 2, 2. Замечательно. Подчеркнул. Так, только не надо писать по белому. Белый по белому не видно. Так, пожалуйста, выходите, кто еще может. Сразу все сходят, хотя бы несколько. Ну там короче сходят. Кто написал, пожалуйста, уже садитесь. Написали, садитесь, не создавайте там толпу. Лучше потом еще выйдите и исправите. Можно перенос в следующую строчку делать. Да, 4 варианта.
сюда три варианта. Для десятки 8-1-1, 8-2, 4-4-1-1, 4-4-2, 4-2-2-1-1. Господа, интересно, а еще варианты есть для десятки? 8-1-1, 8-2, 4-4-1-1. Есть. Какие? 4 плюс 4, дальше либо 1-1, либо 2. Ну что, по-моему, здесь нормально. По-моему, здесь 5 вариантов. Для 11. 8-2-1, 4-4-2-1. Непонятно, зачем опять написано 4-4-2-1. А есть еще один. Опять, все равно пишет 6. Да? Вот все равно, сколько ни говори. Сколько ни говори, к сожалению. Так, какой еще вариант 11 есть? Да. 2 плюс 2, 2 плюс 2. Ты не услышал. Способов разложить. Никакая степень не повторяется более чем дважды. Нельзя число... Да, 8 плюс 2 плюс 2 плюс 1. Это для 11. 8, 2 двойки, единицы. Вы уверены, что это 11? Это 13. Нет, ребят, я... Так, 8, 2, 1. Три способа. Что? А там повторилось второе. Да, там повторилось. Да. Поэтому на самом деле даже два способа. Даже два способа. Так, для 12 сколько способов видите? 8, 2, 1, 1, 8, 2, 8, 2, 1, 1, 8, 2, 2, 8, 4. 4-4-2-1-1, 4-4-2-2. Еще варианты есть? Так, есть или нет? Нет. Нет. Если нет, то сколько ответ? 5. Хорошо. Для 12 вариантов сколько? Вот тут явно недосдача. Можно больше. Говори. Говори, говори. 8-4-1. Да. 8-2-2-1. Правильно. 4-4-2-2-1. 4-4-2-2-1. Хорошо. Три варианта. Для 14 сколько? Ну какой-то ужас. 4-4-2-2-1-1. 8-2-2-1-1. 8-4-1-1. 8-4. Что? Второй вариант. Почему неправильно? 8-4-1-1. Это? 8-2-2. А почему неправильно? Почему? Все нормально. 4-4-2-2-1-1. Нормально. Сколько вариантов? 5. Как вы думаете, 5? Хорошо. Для 15. 8-4-2-1. Вариантов у нас 1. Так, ребята, нет, мы сейчас не даем. Это просто увлечение, что мы пишем, так можем идти дальше. Но! Мне очень хочется, чтобы вы уже заметили закономерность, которая на этой доске есть. Да, пожалуйста. Ну, смотри, вот здесь мы можем проследить закономерность. Здесь в начале 1 начинается. Здесь 1. Там 1. Здесь 1. Отлично. Идет следующий так, один. Так, давай, давай. Встань, пожалуйста, здесь. Да, встань здесь, тоже. Вот. И давайте посмотрим. Одна первая. Показывай. Отлично. Одна вторая. Две первые показывай где.
одна треть, три вторых, две трети, три нервных, молодец, да, 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 замечательно. Пять третьих, вот здесь идет три четвертых. Опа. А там значит, для числа 14 я не зря вмутился. Ребята, здесь проблема. Один из этих вариантов первый и последний повторяется. Первый и последний — это одно и то же. Значит, я вовремя вмутился. Видите, да? 4-4-2-2-1-1. 4-4-2-2-1-1. То есть на самом деле здесь 4 варианта. Обратите внимание. Дерево Калкина Вилфа. Вот оно есть на листе. Здесь, да? Это некоторая работа с дробями. Вы помните, как там все образовывалось? Вы помните, как там было? Какое было правило работы с дробями? Это одна задача. Совсем другая задача. Это комбинаторная. Я ее специально разместил совсем с другой стороны. Сколько способов разложить число? Так вот, оказывается, что эти две задачи ровно об одном и том же. Я прошу сейчас внимания. Сейчас главный момент занятия. У нас две задачи. Две задачи. Абсолютно не похожие на первый взгляд. Одна задача из комбинаторики, это вон та левая. Другая задача, задача о дробях, правая. А оказывается, что это одно и то же. Оказывается, мы можем найти ошибку в комбинаторике, посмотрев на ряд Калкина-Вилфа. Так, ну, может быть, дальше перейдете. Так, здесь вот у нас 5, 3, 4, 1. Это где? Нет, вот здесь. 5, 3, 4, 1. Дальше. Да. Потом 4. Да. 7. Да. 3. 8. 5. 7. Да. 2. Так, извини, я должен быть честным. Так, сюда 2. Так, дальше что у тебя? 7, да? Ну хорошо, дальше остановимся. Так вот, я сейчас буду вам объяснить, откуда же берется этот потрясающий красивый закон. Почему одно и то же? Чтобы это сделать, все состоится. Давайте я сейчас все вот это уберу. Ну, считайте, что мы это уже все переписали. И сделаю следующее. Возьму какое-нибудь число, не очень маленькое, не очень большое. Ну, например, то же самое число 24. И задам себе вопрос. Каким образом это число можно получить в виде суммы степеней двойки, ни одна из которых не повторяется более чем дважды. Вот, смотрите, число 24. Оказывается, ответьте на этот вопрос. Можно, чтобы единицы участвовали, а можно, чтобы единицы не участвовали. Итак, пишем. 1 плюс 1, а другой вариант – это без единиц. Но, господа, если без единиц, то это означает, что можно использовать только вот эти вот числа. А это означает, что на самом деле двойку можно будет вынести за скобку. Так, я здесь стер. Никто не помнит, как можно было число 12 разложить.
Я одно изложение точно не знаю. 4 плюс 4. 4, что там еще? 8 плюс 2, 2. 4 плюс 4 плюс 2 плюс 1 плюс 1. Еще есть вариант? Нет. Что? 4, 2, 2, 2. Нет, не бывает треугольник. Не бывает треугольник. Так, господа, вот. Любой из этих вариантов. А если 1 плюс 1? Нет, еще один. Давай. 8 плюс 1 плюс 1 плюс 2. То есть 8. Плюс 1 плюс 1 плюс 2. 2, 1, 1, да? Да. А что, мне понравилось. Действительно, еще один вариант есть. Так, господа, а здесь вот будет вот что. Надо не число 12, а число 11. У 11, кстати, всего два способа. Это или 8, 2, 1. Или 4, 4, 2, 1. Или 4, 4, 2, 1. И вот теперь я легко выпишу все возможные способы разложения для числа 24. Огромная просьба вам в тетради ровно так и сделать. Значит, поехали. 1, 1. Сейчас умножаю вот это на 2. Получится 16, 4, 2. Следующий способ. 1, 1. 8, 8, 4, 2. Следующий способ. Здесь вот умножаю. Получается 16 и 8. Дальше умножаю. 8, 8, 4, 4. Дальше умножаю. 16, 4, 4. Дальше 8, 8, 4, 2, 2. И дальше 16, 4, 2, 2. Обратите внимание, все 7 существующих на свете способов я написал. Все 7 способов. Поскольку я боюсь, что кто-то может не до конца понять с первого раза, давайте, ребят, я повторю эту мысль, потому что эта штука очень важна. Я повторю ее следующим образом. Сейчас вот здесь вот мы возьмем другое число, а именно число 26. Ситуация ровно такая же. Бывает 1, 1. И потом 24, записанное в виде суммы степеней двойки, не равняется. А бывает 2 умножить на разложение числа на 13. 13 можно разложить тремя способами. Значит, сейчас мы посмотрим. Кто-нибудь продиктует для 13 способов все? Для 13. Да, 4, 4, 2, 2, 1. 4, 4, 2, 2, 1, есть такой способ. 8, 2, 2, 1, есть такой способ. 8, 4, 1, молодцы. Так, здесь все способы представления числа какого? 12. Чтобы 26 было. 12. На самом деле они у нас уже были. Давайте я их быстренько выпишу. Это 8, 4, 4, 4, 2, 2, 8, 2, 2, дальше 4, 4, 2, 1, 1,
дальше. 8, 2, 1, 1. 8, 2, 1, 1. Все пять способов я выписал. Вот. А теперь очень важная вещь. Как получить все разложения числа 26? Да очень просто. Здесь вот надо просто перемножить. Так, давайте пишу. Это будет 8, 8, 4, 4, 2. Дальше. 16, 4, 4, 2. 16, 8, 2. Вот они, три способа. И здесь тоже не сложно. Смотрите, 1, 1, 16, 8. Пожалуйста, проверяйте меня. 1, 1, 8, 8, 4, 4. 1, 1, 16, 4, 4. 1, 1, 8, 8, 4, 2, 2. И, наконец, 1, 1, 16, 4, 2, 2. Господа, здесь 5 вариантов, здесь 8 вариантов. Таким образом, всегда, когда нам дают четное число, мы совершенно запросто можем сказать, что либо там есть единицы, и тогда их ответят две штуки. Потому что если только одна единица, то число будет нечетное. Либо там нет единиц, но тогда просто двойка выносится. Ребята, то, что мы сейчас только что сделали, записывается в следующей рекуррентной форме. Я понимаю, что это немножко сложно, но пишем. Пишем. F от 2n это F от n минус 1 плюс F от n. Объясняю смысл этого равенства. Если мне дали число 26, вот там вот у меня есть число 26, то n это 13. Значит, либо нет единиц, и тогда надо число 13 записать по степеням двойки. Либо есть две единицы. И тогда надо число 12 записать по степеням двойки. Так, господа, еще нужно пример рассматривать? Или это уже понятно? Вот скажем, если я вам дам следующее четное число, 28, что вы будете делать? Вы возьмете число 14 всеми способами разложите. И это домножите на 2, правильно? И другая вещь. Вы возьмете число 1 плюс 1 и число 13 всеми способами разложите и умножите на 2. Вот это записывается таким вот замечательным способом. Оказывается, что в этой таблице каждое число, стоящее под четным, под 17, давайте проверим, под числом 17, что у нас стоит? Четвертое. Нет, вот чем решите, 18. Вот 18 стоит себе вот. 18 это 2 9. Значит, n это 9. N минус 1 это 8. Господа, вот это число 7, это сумма вот этих двух чисел, 3 и 4. Вот эта 8, это сумма 3 и 5. Вот эта 7, это 5 плюс 2. Понимаете смысл в таблице? Да. Вот здесь вот 4, это 3 плюс 1. 12, пятерка под 12 стоит, это 2 плюс 3. 5 это 2 плюс 3. Под 10 стоит пятерка. Да, так все время. Так вот, для того, чтобы закончить сегодняшний рассказ, мне нужно еще вывести одну формулу. Она во многом раз легче, во многом раз понятнее.
Поэтому я это сделаю быстро. Господа, скажите мне, пожалуйста, если мне дали число, ну не побоюсь этого слова, 49, можете ли вы выписать все представления числа 49 по степеням двойки, никакая из которых не встречается более чем дважды? Я уверяю вас, что можете. Все все необходимое у вас есть. Давайте проверять. 1, 1. Вам это одно? Да. Так, сколько тут способов? Тут 7 способов. Секунду подумайте, и вы поймете, как получить 49. Как? Говори. Надо это все домножить на 2 и плюс 1. Конечно. Так, огромная просьба. Просто взять и написать соответствующий столбец. Пожалуйста, пишем в тетради. Что пишем? 1 + 2 = 2, 32, 8 и 4. Ровно, как мне сказали. Каждое слагаемое умножил на 2 и прибавил 1. Дальше пишем. 1, 2, 2, 16, 16, 8 и 4. Здесь 1, 32 и 16. Все время получается 49, да? И это совершенно не случайно. 16, 16, 8, 8. Здесь 1, 32, 8, 8. Проверяйте меня. 1, 16, 16, 8, 4, 4. И наконец 1, 32, 8, 4 и 4. Ребят, когда мне дают нечетное число, то я обязан использовать единицу. По-другому не может быть. Но поскольку мне запрещено использовать 3 единицы там, или 5 единиц, то я должен использовать ровно 1 единицу. Поэтому, если мне, например, дадут число, не знаю, какое, 17, то я говорю, что в любом разложении у меня будет 1 единица. И значит, дальше надо написать все представления для числа 8. У числа 8 4 представления. Я легко их могу написать. Это или 8, или 4 плюс 4, или 4, 2, 2. Или 4, 2, 1, 1. Вот они, 4 представления. Если я каждый раз домножу на 2 и все это напишу, то получится так. 1 плюс 16, 1 плюс 8 и 8, 1 плюс 8 плюс 4 плюс 4 и наконец 1 плюс 8 плюс 4 плюс 2 плюс 2. Обратите внимание, зная все представления для восьмерки, я сразу же выписываю все представления для числа 17. Посмотрим на нашу табличку. Нечетные числа. Где у нас есть нечетные числа? 23. Значит, 1 единица, и пополам поделить, это будет 11. Да. Здесь двойка идет. Хорошо, 21. Это надо смотреть на 10. 19. Надо смотреть на 9. 18. Надо куда смотреть? 8. На... Нет. Нет, 18 не то. 17. 17. Надо смотреть на 8. Да.
15 надо смотреть на семерку. 13 смотрим на шестерку. Слушай, все правильно. 11 смотрим на пятерку. 9 это значит смотрим на четверку. 7 сюда смотрим. 5 смотрим сюда. 3 смотрим сюда. Все работает. Таким образом, когда нам дают любое нечетное число, то формула очень простая. Пожалуйста, запишите ее себе. F от 2n плюс 1 это F от n. Когда дали любое нечетное число, то единица там будет ровно одна. И это означает, что на самом деле нужно число n представить всеми способами, и у нас все получится. Очень хорошо. Ребята, до завершения этой огромной работы, вообще сегодня вы молодцы. Вот хоть я и ругался на вас по ходу дела, но на самом деле вы молодцы. Потому что мы огромную, трудную теорему, я повторяю, что в математике это стало известно примерно 10 лет назад, да? А вообще математика, наука чрезвычайно мощная, такого, чтобы можно было младшеклассникам рассказывать, вот, что это совсем современное. Математика царица науки. Ну, это немножко не о том. Она действительно царица науки, но сейчас это совсем... А ты его не веришь, Петр, если честно. Если честно, эта фраза кажется тебе напыщенной, и ты произносили до тебя, это я понимаю, ты не претендуешь на авторство. Вопрос, ты в нее веришь? Да. А почему? А почему? Это очень странная вещь. Дело в том, что когда вы занимаетесь реальной жизнью, то почему важно, что, я не знаю, там 2 плюс 3, 5, а? Почему это так, так существенно? Ведь мы же и так понимаем, что... Да. Не знаю, сейчас нет времени на это отвечать, к сожалению. Я просто о том, что такие фразы надо не повторять заученно, а за ними есть какое-то содержание. Имеет смысл подумать, что же хотели сказать люди, когда... Кстати, кто ее сказал, эту фразу? Пора вернуться к нашей схеме, с которой начался сегодняшний день. Помните, было правило образования дерева Калкин-Вилс? Было? Было. Я сейчас возьму цветной кусочек мела. Боюсь, что на камеру это будет плохо видно, потому что там цветопередача не очень. Но тем, кто в аудитории, это очень даже хорошо будет видно. Пройду и пронумерую все дроби, вошедшие в дерево Калкина-Вилса. Работаем. Вот это будет называться дробь номер один. Догадайтесь, какая? Два. Три. Четыре. Так, взяв тетрадь, пожалуйста, успейте. Цветной карандаш какой-нибудь или цветную ручку. И прямо так смело сделать. Пройти по... Так. Мне нужно сейчас... чтобы вы ответили на простой вопрос. По какому правилу происходит нумерация дробей в этом дереве? То есть, можете ли вы сказать мне сразу, так, почему 9, там будет, извините, там будет 9, 10, там будет 16, 17. Так, можете вы мне сразу сказать, какие дроби с какими номерами находятся под девятой? Или дроби с какими номерами будут находиться под десятой?
Видите простую закономерность или нет? Да. Какая простая закономерность? А? Вот под 12 дробью находятся 24 и 25. Это 12, 24. Под 13. 26 и какая? 27. Под 14. 28 и 29. Под 15, 30 и 31. Догадайтесь, пожалуйста, под n-ной дробью. Под n. Общая формула какая? Да. Вот влево. Да. 2n. Молодец. А вправо? 2n плюс 1. Очень хорошо. Пожалуйста, все себе вот это зарисуйте. Очень легко узнавать. Под тройкой 6 и 7. 6 это 2 3, а 7 это 2 3 плюс 1. Под двойкой 4 и 5. Под шестеркой 12 и 13. Под 13 26 и 27. Под 12 24 и 25. Общее правило очень простое. Под числом, под дробью номер n находится 2. 2n и 2n плюс 1. А вот теперь смотрите, что я буду делать. Вот как у нас вообще устроено дерево? Надо сейчас сравнивать дерево и вот эту таблицу. Смотрите внимательно. 0, под нулем написано 1, да, 10. И здесь имеется одна первая. Каким образом мы можем писать вот это? А очень просто. Вот это у нас f от нуля, а вот это у нас f от единицы. Внимательно смотрите, пожалуйста. Здесь вот у меня написаны числа, потому что 0, 1, 2, 3 и так далее. А под ними некоторые другие числа. Так вот, внимательно посмотрите, пожалуйста. Это f от единицы, проверяйте. От единицы написано единица. А вот это вот называется f от чего? F от двойки. Здесь вот в числителе написано f от двойки. F от тройки. Господа, в общем виде здесь будет написано f от n минус 1. Здесь будет написано f от n. Так, я боюсь, что большинству из вас последние вот эти вот 5 минут было непонятно. Но, во-первых, в журнале «Ван» была просто статья, которая так называлась, да? Проверил галку на вилку. А во-вторых, чуть-чуть повзрослее станете, поймете. Пока просто потерпите, буквально 5 минут. Была дробь вида f от n минус 1 разделить на f от n. Если была на n месте такая дробь, то под ней слева и справа будут такие. Я сейчас напоминаю вам вот эти две формулы. Ровно в них дело. И показываю сохранившееся, между прочим, правило. Сейчас нужно в нем везде вместо А сделайте это в тетради. Сделайте это. Возьмите, напишите. Вместо А надо написать f от n минус 1. Вместо b надо написать f от n. Работаем. Здесь вот вместо b пишу f от n. Вместо b пишу f от n. Здесь вместо b пишу f от n. А вместо a я пишу f от n минус 1. Сейчас все у нас получится. F от n минус 1 делить на f от n минус 1 плюс f от n. Сейчас надо посмотреть на тему. Нельзя ли как понять, не написать? Ответ можно. Вот то, что здесь написано, вот это вот,
Это в точности f от 2n. В точности. То, что здесь написано, это f от 2n. Потому что у нас была вот такая формула. Была такая формула. Мы это знаем. Дальше. Вот это f от 2n плюс 1. Вот это вот. Это f от 2 раза n плюс 1 плюс 1. То есть, другими словами, f от 2n плюс 1. Таким образом, у нас действительно здесь в числителе находится f от 2n минус 1, в знаменателе f от 2n. Здесь f от 2n, здесь f от 2n плюс 1. Значит, ребят, смотрите. Я уверен, что вот этот последний момент большинство из вас не понял. Но рассказал я это вам сегодня совершенно сознательно. Потому что это просто красивая математика. Повторяю, придумана примерно 10 лет назад. Она совсем не для школьников придумывалась, да? Но вещи просто красивые. Надеюсь, что через некоторое время вы узнаете, что такое функция. Кстати, вот такой объект называется деньги. Так что хотя бы это слово вы сегодня узнали. Вот. Ну, в общем, надеюсь, что вы просто прочитаете в свое время статью и из нее все окончательно выясните.